музыка веры. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мир вам, дорогие братья и сестры! С вами музыкальная передача «Музыка веры», ее ведущий священник Георгий Галахов. Сегодня в нашей передаче мы послушаем песни талантливого музыканта, композитора, пианиста и певца Игоря Балакирева. С детских лет музыкальный талант Игоря взращивался в таких известных музыкальных школах, как Хоровое училище имени Глинки, Санкт-Петербургская консерватория по классу хорового дирижирования, а также Игорь имеет диплом Университета культуры и искусства как пианист и преподаватель музыки. Он работал в многочисленных театрах Санкт-Петербурга в качестве пианиста, актера и композитора. Его знают как замечательного джазового музыканта, выступающего на различных площадках. А с другой стороны, среди написанных им произведений – литургия, кантата Иоанн Дамаскин, а также эстрадные песни, много романсов на стихи русских поэтов. Такая разносторонняя творческая жизнь, тем не менее, не помешала Игорю обратиться к глубинному, духовному содержанию своего творчества, о чем говорят выпущенные альбомы его песен «Александр Князь», «Берегите Русь» и другие новые песни, которые мы сегодня послушаем. Вот сейчас прозвучит песня Игоря Балакирева «Три сестры», за образом которых без труда узнается современная нам трагичная история наших славянских народов. Послушаем. На широкой улице, где цветут сады, в доме белокаменном жили три сестры с верой и надеждою. Их любовь была и на всех была одна судьба. Вдруг подули буйные ветры ревуны, наступили трудные дни для той страны. И сказала с горечью девица одна: «Вы мне, сестры, больше не родня». По тропе нехоженной вдаль она пошла, снегом белым след ее вьюга замела. Ты скажи, родимая, где тебя искать? Возвратишься ль ты домой опять? После долгих месяцев осени зимы воротилась девица с дальней стороны. Сестры мои милые, там, где я была, маялась, без вас не жила. И в ответ сказали ей тихо две сестры: «Не находим места мы ровно с той поры, как по снегу белому ты от нас ушла, но весна в родимый край пришла, и теперь ты с нами навсегда». Музыка Игоря Балакирева звучит сегодня на разных площадках, в том числе на сцене Мариинского театра, в театре Ленсовета, где Игорь принимает участие в детском спектакле на свою музыку. Выступает он в клубах города как джазовый певец и пианист, а также он принимал участие в спектакле «Страсти по Вертинскому» театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова Санкт-Петербурга в роли пианиста. А кроме музыки для театра, им написано также много романсов
на стихи русских поэтов-классиков. А сейчас послушаем еще одну песню Игоря Балакирева, посвященную многими любимой и почитаемой святой блаженной Ксении Петербургской. Блаженная, свидетель наших слез, ты наши молитвы Богу принесешь. На Смоленском кладбище, на том берегу, у часовни каменной тихо постою. Город нераскаянный за твои мольбы, Боже милосердный, терпит до поры. И всегда мы помним Ксении слова: кто меня помянет, помяну и я. Матушка Ксения, В одном из интервью Игорю задали вопрос: вы занимаетесь преподавательской деятельностью в Институте культуры, а еще вас везде анонсируют как голос мюзикла. Может быть, есть для вас какое-то достижение выше этого? Игорь Балакирев ответил, что все-таки выше его композиторское творчество. «Я, — говорит он, — с удовольствием пишу музыку к спектаклям, театральным постановкам. Это и детский спектакль по сказке Пушкина с музыкой моего сочинения, и множество классических романсов. Их исполняет Олег Погодин». К этому следует добавить, что его творческое направление по созданию духовных песнопений и песен имеют тем большую цену нравственную, духовную,
Чем ближе и целебнее они для душ человеческих, чем ближе они ко Христу. Сейчас прозвучит еще одна песня Игоря Балакирева, которая называется «Берегите Русь». Зла и бед выпало на долю нашей родной земли. Пусть настанет век мира и покоя, счастье для Руси. Мое сердце от боли сжимает, слушатели. На сегодня мы прощаемся с вами. Я благодарю вас за ваше внимание. До новой встречи в передаче «Музыка веры». С вами был священник Георгий Галахов. Всего вам самого доброго. Милости Божией. Музыка веры.